порядок. Сначала собираются верхние прогоны, наживляются. Потом сохраню прямой эфир. Сборки качели. Сейчас вот наживлять. И посмотрим итог. Потому что не могли собрать, и мол, ничего не сходило. Сейчас покажем вам. У нас емкости вот такие на подставках. Это 500-литровая Т-шка. Вот смотрите, следующий. Собрали крышу, и следующий уже составится прогон, связь, на котором будет висеть сама качель. Не качель, а сиденье. Смотрите, мне подпил немножко на косую, потому что сейчас будет расходиться. Видите, на косую. Здесь уже приварены. Видите, кольца. Ну что, развести? Сейчас надо ее немножко, видите? Совпадает. Для этого нужно развести низ. Собрали, наживили крышу 4 прогона. Теперь за низ. Вот видите, как раз раздвинули. Ничего силы не сильно не надо, потому что рычаг огромный. Теперь обратно здесь наживляем. Два болта. То есть очень все легко. А многие начинают наоборот собирать снизу и со среднего. Она наоборот собирать с крыши. То есть вы собираете сверху, с самой крыши, потому что ноги раздвинуты. Сейчас мы все покажем. Вот видите, наживили, да? А теперь самое интересное. Теперь нижний прогон, который многие говорят, что он не входит. Держали. Наживляется также одна сторона. Обратите внимание, ну тут прямой уже идет, без скоса приварена пластина. Держишь, механ? Угу. И просто вот так берется низ. Раз, видите, раздвинул я. Спокойно держу телефон и раздвинул одной рукой. Все. Все, готов. Каркас собран, видите? Ничего сложного нету. Главное, правильная последовательность сборки прогона. Вот сейчас это все наживится. Миша, вы сейчас ее будете так стягивать? Сейчас ее вот сейчас наживили, сейчас ее всю стянут, потом будут крыть крышу поликарбонатом. Потом ее ставят на ноги и обшивают лавкой. Смотрите по лавке. Лавка, значит, доска идет. Ну тут на беседку и на лавку доска, потому что еще беседка будет. Все отверстия, обратите внимание, под саморез просверлены, но одно больше крайнее. Когда вы раскрепелите доску, надо будет взять... Вот такое кольцо, оно идет в комплекте. Вот видите. И в доске просверлить сверлом на 8 под него отверстие, которое есть в металле. Вот смотрите. Вот. Вот так вот. Через доску. То есть вы просверливаете. И все. Насквозь просверлили. Шайбы, гайки. И все. Готово. Ну вот, все рассказал, ради чего я сегодня приехал на прямой эфир, провести, рассказать про сборку качели. Вот видите, у нее ноги как расширены, ширина, чтобы для большей устойчивой, поэтому многие на этом теряются. Вот шуруповертом сбитой, надеюсь, видите, протягивается все. Мощные шуруповерты. Задавайте вопросы, спрашивайте, расскажем. Поликарбонат, смотрите, так как режется на складе, не где-то там на производстве из 12-метровых, то вот здесь могут быть неровности по краям. Вот здесь вот. Для этого наклеивается перфолента, также одевается. Видите, это все у нас зеленое, это на ватру. Пленку надо обязательно снимать. Это защитная пленка для транспортировки. Не больше того.
Вот. Надевается перфолента, и, как видим, вон лежит торцевой профиль. Потом одеваться будет торцевой профиль, чтобы по краю им выровнять лист, чтобы все красиво было. Поликарбонат. Два человека, видишь, видите, один держит. Отверстия, которые вот эти идут, они уже просверлены. Видите? Сейчас Миша распускает. Видите, тут с этой стороны небольшой нахлёст. Тут выпуск, тут уже произвольно. Поликарбонат выровняли, сейчас раскрепят, внизу выставляет ровно с одной стороны, видите, он уже с перфолентой торцевым здесь, с другой стороны или подрезается, в основном подрезается и выставляется тоже торцевой профиль с перфолентой. Вот, вроде бы все рассказал, все показал вживую, как и что делается. Всем спасибо огромное за просмотр. Вот. На этом фоне, или вот так покажешь. Все, всем пока.